Зачистка поселений от террористов в составе спецназа, уход от преследования вооруженных людей, безопасность на минных полях и многое другое. Так обучают экстремальные журналистики и инструкторы Министерства обороны. Это не кадры из горячей точки и не фрагмент боевика. Таким образом, инструкторы военного дискурса создают атмосферу войны и полного хаоса. Это то, с чем можно столкнуться, когда работаешь в горячих точках. Наши корреспонденты побывали на учебном полигоне в Спасске, Карагандинской области, где на себе испытали, каково это быть военным репортером в зоне боевых действий и при этом подготовить качественный материал. А самое главное – остаться в живых. Опытные спецназовцы учат журналистов, как вести себя в экстремальной ситуации и как уходить от преследования вооруженных людей.